Буквально в воскресенье 22 января состоялся финал «Мисс Татарстан-2017», в который прошли 30 девушек. Победительницей конкурса «Мисс Татарстан-2017» стала 22-летняя Зульфия Шарафиева. По этому поводу во вторник, 24 января, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция с президентом общественной организации «Мисс Татарстан» Изольдой Сахаровой, «Мисс Татарстан-2017» Зульфией Шарафиевой и «Мисс Казань-2017» Камилью Харисовой. В этот день прозвучали все самые интересующие вопросы журналистов, а девушки, в свою очередь, раскрыли свои маленькие секреты красоты, которые непременно каждый стоит попробовать применить в своей жизни. Безусловно, здоровый сон, это спорт, это может быть как тренажерный зал, это может быть йога, плавание. Сейчас столько возможностей у людей, что заниматься спортом, это должно быть часть нашего образа жизни, часть нашего ежедневного расписания. Конечно же, это здоровое питание. Я стараюсь готовить сама. Это действительно важно в наше время, потому что продукты тоже бывают разные. И по себе я почувствовала то, как продукты могут сказываться не только на внешности, на фигуре, но еще и на внутреннем здоровье. Положительные эмоции, не расстраиваться, не по пустякам, не принимать все близко к сердцу. Особенно я много чего о себе нового узнала после финального конкурса. Даже интересно, забавно это все читать. Вот такой негатив не принимать близко к сердцу. Не только о секретах красоты удалось поговорить представителям СМИ, собравшимся сегодня на пресс-конференции. Похвастаться идеальной фигурой, пожалуй, может любая женщина. Только у одних она будет приближена к идеальным меркам 70-х годов, а у других на вкус известного фламандского живописца Питера Рубенса. Но лишь конкурс красоты наравне с индустрией моды определяет современные рамки и тенденции, которые актуальны на данный момент. Да и, пожалуй, не угасают уже со времен Одри Хепберн и Твиги. Просто в том, что конкурс проводится вот в таком формате. Да? То есть на сцене, на подиуме. И сцена, и подиум, да, они требуют вот некоторых стандартов, которые приближены к модельным стандартам. Они же не просто кто-то их придумал, эти цифры, там, да, рост определенные, да, объемы, и вот зафиксировали, теперь будем вот делать так. Нет, это визуальная картинка, которая воспринимается наиболее адекватно, значит, вот через камеры, в зрительном зале и так далее. Стоит отметить, что прошедший республиканский конкурс стал 19-м по счету и в следующем году станет юбилейным. По словам Изольды Генриевны, в следующем году зрителей, да и самих участниц, ждет что-то грандиозное и фееричное. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.